Всем привет, дорогие зрители! Нашел на первой береговой линии квартирку по очень хорошей цене. Просторная 2 плюс 1. Быстренько покажу. Так, дорогие зрители, вот такая просторная гостиная с отдельной кухней. Потолки освещения LED по бокам. Здесь у нас нужно отремонтировать. С балкона сразу показал. Нужно отремонтировать. Очень просторный балкон. Кондиционер фирмы Самуи. Старая. Так. Сразу покажу вид. Вот вид на море. Дорогие зрители, отдельная кухня. 105-110 квадратных метров жилая площадь. Брутто тут 130 квадратных метров. Вот отдельная кухня. С двух сторон выход на балкон. Бытовая техника у нас Altus, Теба. Но бытовая техника старенькая. Нужно сделать ремонт. Тоже холодильник Altus. Потратить нужно как минимум 3000-5000 евро, и квартирка будет вообще конфеткой. Откроем двери. Очень просторный балкон. Вот, можно застеклить, будет вам еще одна комната. Вот вид на море. Вид на море. У нас откуда-то там пропускало. Покажу. Вот еще один балкон, вид на море, который никогда не закроется. Пляж тут песчаный тоже. Внутри плиты. Вид на горы. Бассейн, горочка. Там зона барбекю. В этой стороне у нас детская игровая площадка. Качели. И в той стороне скамеечки у нас. Выход есть на Барбаросса и также на первую береговую линию. Просторная прихожая. Вот. Здесь у нас кладовка. Тут блок. На этаже 4 квартиры. Там лестничная площадка у нас. Здесь пожарная лестница. Два лифта. Этаж. Вот такой большой лифт. Один большой, один маленький. Квартира находится на 8 этаже. С этой стороны у нас санузел без душевой кабинки. Так, здесь у нас спальня. Такая спальня. Здесь где-то 14 квадратных метров. Москитную сетку надо поменять. Вот балкон. Видно море. Срочная продажа по очень хорошей цене, которую я сейчас оглашу в конце ролика. Просторный санузел. У нас моречка мрамор. Стоит накопительный водонагреватель фирмы Siemens. В этой стороне у нас душевая часть. И просторная, где-то 18-20 квадратных метров, хозяйская спальня. Вид на море. Так,
подведем итог. Дорогие зрители, срочная продажа. Цена этой квартиры 128 700 евро. Цена до 20 октября 2021 года. Потом цена будет 130 000 евро. Если вам понравилась эта квартира, звоните, пишите по номеру, который указан в описании, также в ролике этого видео. Подписывайтесь на наш канал, если еще не подписались, комментируйте и ставьте лайки. Нужно потратиться как минимум 3-5 тысяч евро, квартирка у вас будет на первой береговой линии. Также можно потом перепродать по хорошей цене. Тут на новостройках высокие цены, недавно я снимал ролик, вы видели. Проекту где-то 10 лет. Айдат 200 лир. Рядом есть маркеты, рестораны и тому подобное. Три Мигрос здесь, 70 метров пешей ходьбы. Все, с вами был Агаси из Солнечной Алании, район Махмутлар. Всем пока-пока.